Всем привет, я Сергей Шубенков. Так уж получилось, что мои коллеги из Red Bull закинули мне Ice Bucket Challenge. Следующий Шубенков, Гельманов и Розов. Сумасшедшие люди. Так что наслаждайтесь. Что же касается второй части испытания, я решил немного поступить по-другому. Не переводить $10 на борьбу с очень редким неизлечимым заболеванием, а сделать пожертвование в фонд «Подари жизнь». Ссылку я оставлю в описании. Мне не хочется продолжать эстафету внутри команды Red Bull, и я решил перейти на свою легкоатлетическую тусовку. И в первую очередь, конечно же, я буду мстить журналистам. Поэтому следующими, кто должен будет это сделать, станут Елена Дичкова. Можно даже после того, как ты раздавишь свои 6 километров. И Колин Джексон. Вы можете последовать оригинальной идее, либо же пожертвовать какую-нибудь сумму в фонд «Подари жизнь», либо выбрать любую другую благотворительную организацию. А можете никуда ничего и не жертвовать. Просто я хочу посмотреть, как вы вылите на себя ведро ледяной воды. Удачи продолжателям! Нет, слушай, в этот раз все лучше, чем в прошлом. Все хуже. Нет, все лучше. Мы не залили верх.